Итак, всем привет на самом позитивном семейном влоге из Германии. Сегодня будет влог выходного дня с велопрогулкой, с кадрами с дрона и с посещением парка отдыха в Магдебурге. Не забываем мои труды монтажа оценить лайком и подпиской на наш канал. Кстати, всю музыку, что вы слышите на моем канале, я беру с сайта Epidemic Sound. Ссылка на Epidemic Sound с 30-дневным бесплатным пробным периодом будет в описании под этим видео. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Вперед! Итак, всем привет на канале Zen Vlog. Сегодня вот у нас суббота. Ольга смотрит, как она выглядит в шлеме. Покажи всем остальным. Да можно в люди ехать, не засмеют, не бойся. А у нас сегодня вот такая вот покатушка. Этот недовольный хотел на своем миксере ехать, но он нас никогда не догонит. Санька уже стоит. В общем, все, загружаемся, поедем. Догоню. Все, мы, в общем, отправляемся. Сегодня покатаемся, взяли дрон с собой. Не знаю, позволит ли ветер полетать, но красотами за городом мы полюбуемся. Я первый раз не одел шлем. Я надеюсь, как бы... Я все время езжу в шлеме. Сегодня что-то тут запыхался, пока велики достал, колеса накачал и забыл про шлем. Возвращаться — это у нас плохая примета. Тут как бы или все хорошо, или вернулся, забрал бы шлем и расколол бы голову. Ладно, едем мы за город. Я взял GoPro-шку сегодня, поэтому не знаю, что будет со звуком, с ветром. Сейчас еду, записываю, я включил шумоподавление ветра, поэтому не знаю. В прошлый раз, прошлый влог я еще там начудил с цветопередачей. Я включил плоский цвет для колор-грейдинга. Но не получилось у меня что-то там нормально вытянуть на посте, поэтому сегодня включил просто яркий профиль и решил не мучиться. Думаю, картинка сегодня будет хорошая. Все, перекусили, полетали и двигаемся дальше. Все готовы? Поменялись. Я дрон взял, Ольга рюкзак, что говорит, ей тяжело и неудобно с ним. Ну ладно. Красиво же, а? Класс. Сонька, едем. Сейчас давно вспомнить, куда ехать. Мы тут катались, но визуально, думаю, вспомню. Blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon in. Теряемся, так потеряемся. Заблудиться на великах, конечно, не так хорошо, как заблудиться на машине. Ну да ладно. Так, подключили мы навигатор. И, судя по всему, где-то мы пропустили один поворот. Заплутали мы тут нормально, а вон еще коробки. А тут какой-то зоопарк мини или что это вообще, смотри. Так, ну все, мы подъехали к озеру, к пляжу. Сейчас на пляж заехать, там мы разберемся уже как. Двигаться дальше. Машины такие нормальные стоят, прошаки. Так, а вон и пляж, походу.
Слушайте, а пляж-то облагораживают, зай. Песочка навезли, летом тут будет веселуха. Все, выехали мы на нашу тропу, наконец-то. Площадочка волейбольная. Ну и сейчас будем двигаться вдоль озера уже. Может, там еще где-нибудь приостановимся, на лавочке посидим, кстати. Ну сейчас, осталось. Где, помнишь, гуси там были? А, да, гуси, помню. Так, мы тут небольшой привальчик сделали. Хотели на скамеечке. Но там у человека палатка и удочки. Да? Окей. Только здесь ничего не бросайте, потому что дядя здесь рыбу ловит, окей? Нет. А, да. Алло. Вон там пляж, где мы были. Только туда не иди, там провалишься в воду, хорошо? Пошли на скамеечку, сидим. Ты не забыла вот этого, да? То я-то... Я не забыла. Мам, ага. Мам, предусмотрительно оставила. Так, ладно, все, отправляемся мы уже домой. Посидели, еще раз перекусили. Попринимали солнечные ванны и будем двигаться дальше. Ой, все, добрались мы до места. Ты как? Спала. Сонька у нас, правда, нотфаль случился небольшой, да? Нотфаль. Упала. А у меня болит потертое седло. И так хорошо. А я тут, а у меня тут рамка. Ой, ой, рамка. Все-таки на такой седухе с непривычки натираешь. Попец. Надо диван покупать, сюда ставить. Так, ладно, мы домой готовить кушать, и у нас сегодня еще нам в гости идти, так что двигаемся дальше. Что не готовить будем? Чечевичный суп, оказывается, у нас столько чечевицы, как ну, давай, ну, вот такой фермы долго не брал, только это крупа перловая. Вот я хочу сделать крупу... Вот, перловку? Перловку. Ну, давай. Сегодня у нас и перловка, и чечевичный супчик. Так, ладно, я пока поехал в Кауфланд. Молоко у нас закончилось, а мы в пятницу не купили, что-то не по... В четверг у нас была инков, не подумали. Так, все, мать, давай мне деньги, я поеду. А, карту, окей. Ага, все, погнал. Сейчас приехал с магазина, жене я говорю, надо взять камеру, людям рассказать, какое случилось чудо в субботу. Пока ты тут кашеваришь, все, молодец. Короче, заезжаю, значит, в Кауфланд. Сегодня суббота, прикупить немножко там мороженого, в гости занесем, клубнички. Что я там? Ребра взял. Ну такое. И я сейчас цену озвучу этого чуда. Как вы думаете, какое чудо сейчас в Германии? Чудо стоит евро 79. Подсолнечное масло. Его сейчас говорят, можно купить только в Даркнете там по огромной цене или в магазине по 5 евро. Но его там никогда нету. Я захожу, и стоит 3 ящика. И... Две бутылки в руки, конечно, можно. Сейчас ценник вставлю и... Ты понимаешь, как я удачно сегодня заехал. Просто вот все. Это чудо стоило евро 95. Раньше, когда-то. Раньше, когда-то, сейчас 5. Можем перепродать, кому надо. По 4 евро сойдемся. Пишите, звоните. Так, ладно, что ты тут, как у тебя дела? Нормально. Готовка полным ходом? Ладно, буду сумку разбирать. И... Будем готовиться идти в гости. Готовиться идти в гости. Ну да, там помыться, там причесаться, накраситься, все дела. Ой, ладно. Обжаривается вовсю, тут просто вот... Конечно, масло сейчас можно жарить, пережарить. Это ж просто вот... Я даже масло решил пить, вот это все. По такой-то цене, а? Сказка. Просто, боже мой. Так что вот так вот мы тут и... Сражаемся. Окошко приоткрыли. Ой, погода класс. Велик стоит. Ах, великолепно все. Еще и пойдем в гости сегодня погрилим. Так что. Окей, это лучок, да? А, это камыш это твой любимый? Камыш. Камыш полей? Полей. Камыш полей. Я не знаю, напишите, может кому-то с большего зайдет, чтобы мы вот делали такие кулинарные видосы. Просто вот именно о готовке, допустим, такое-то блюдо, как мы готовим в Германии, в каких условиях. Людей, которые
от людей, да, которые мы не умеем это делать. Ну, как бы, ладно, еще я, жена вообще никак. Так что можем такой канал «Дилетант». Повар-дилетант, кухонный дилетант. Кстати, смотри, даже название уже придумал. Так что напишите. Кухонный или кухонный? Слушай, вот ты тут вечно ты дилетант, одним словом. Так что напишите, может, интересно, что, как мы, где рецепты ищем. Я вообще такой человек, все, что есть в холодильнике, что влазит в сковороду или в кастрюлю. Что влазит в рот. Или что влазит в рот, да, это у меня сейчас общалки. Ну, не про рот, а про то, что влазит. Пошло. Так что жду ваших комментариев на эту тему. Так, теперь мы добавили курицу, тоже буду мешать. Перловка почти уже. Вот про что я рассказывал. Я хотел и гречку такую же, которая просто вот в пакетах ты закинул, это так удобно. Вот просто достал пакеты, разрезал и там порционно образно. Так, ладно, выпью масло за вас. Как же великолепно. Американская, кстати. О, так, мы уже скоро будем на фазе готовности. Итак, в итоге, что у нас получилось? Вот сюда, вот это вот. Это перловка с морковкой. А тут у нас чечевичный суп с камышом. Так что сейчас я есть не буду, потому что мы идем в гости, и поэтому лучше я поем в гостях, как правильный домохозяин. Правильно? Я тоже не буду. И ты решила не наедаться. Вот по моему примеру. Вот так вот мы по чуть-чуть и все. Так что все, кто кушает, приятного аппетита. Мы перекусим и отправляемся в гости. Так, ну у нас наступило воскресенье, вчера мы великолепно посидели с друзьями, погрилили, пообщались, все класс. Сегодня у нас мама ушла на дежурство, и мы решили с детьми скататься в Магдебург, там нам посоветовали крутую площадку детскую, ну там типа как парк, там даже можно на животных посмотреть. Я еще не знаю, мы там ни разу не были, взял поэтому с собой GoPro-шку, детей и двигаемся в путь. Так, все, ой. Пардон, добрались мы до Магдебурга. Нам показывают, осталось ехать 4 минуты, пересечь Эльбу. И на той стороне Эльбы будет парк. Вот этот. Так что пойдем гулять, смотреть, что там и как. Там даже, говорят, какие-то животные есть. Малыш, не вымазывай мне, пожалуйста, машину. И там это площадка? Ну, должна быть, я не знаю, я там не был. Сейчас посмотрим все вместе. Нет, Марк туда не залазь. Так, короче, за билеты мы дали 10 евро. За двое детей, одного взрослого. И сейчас идем. Нам сказали, идите вот туда и по кругу гуляйте. Вообще круто, шикарно. Жаль, что Оля, конечно, не поехала. Наверное, в следующий раз с мамой приедем тоже сюда. Мне кажется, это будет очень интересно. Так, если захотите есть, вот там есть кафе, но мы туда не пойдем, потому что папа умный, папа взял колбаску и яблоки. Но папа не брал деньги, папа брал только яблоки и колбаску, так что гуляем и кушаем. Сколько стоит вот такой вот драндулетик? Так, 15 евро на 30 минут, или 25 евро на 60 минут рикша. Нам бы что-то вот такое, типа. Так, тут да, 8 евро за 30 минут, 15 евро за 60 минут. Ладно, пошли пока погуляем, посмотрим. О, есть площадочка для скейтеров даже. Окей, пошли дальше. Так, можно побыть даже скалолазом. Здесь, тут у нас... О, тоже какая-то площадка, смотрите, такая строительная.
Давай посмотрим, да, сколько составит. Это, наверное, початка. Кошки. Слушайте, может, проедем? Давайте. Смотри. Это, наверное, кошки. 3-2. За 7 евро едем? Так, а где касса? Подожди. Окей. Сумайн, да, я? Вензен. Окей, данке. Садись, садись, садись. А я? И вперед. Опускай. Вперед. Все. Залазь быстрее ко мне. Сюда. Короче, Марк, мы поднимаемся высоко и будем... Соня, что-то далековато от нас уехала. На тебе даже не быстрее. Можешь откинуться. Кайфовать. Как тебе, Марк? Короче, прикольно. Так, нашли лабиринт. Сейчас еще главное найти с него выход. Соня говорит, как выглядит выход. Ну, сейчас, надеюсь, узнаем. Все, выход нашли. Так, идем на Бэмби смотреть, как Марк сказал. Марк, капюшончик сними, а то они тебя испугаются. Ха-ха, смотри. Ну, нос мокрый такой. Ой, тут много, смотрите. О, боже мой, смотрите, он уже описался от испуга. Что-то он мочится долго, пошли. Реально, как Соня сказала, козами пахнет. Я вот помню, у меня у прабабушки в детстве были козы в друе. И вот этот запах, да, когда к хлеву подходил, реально, запах коз. Ах, короче, вот такие у нас дети. Им не так интересны Бэмби, как хочется пойти на детскую площадку. Смотрите, сколько их там, Марк. Ладно. Пошлите на площадку. Так, а мы еще бабочек можем посмотреть? Хотите или нет? Нет. Пошли дальше теперь. Ох, ну слушайте, пешочком тут, конечно, погулять хорошо. Из такой вот территории это все чисто для пикников. Вот, мол, можно прийти, взять покрывало там, позагорать, если кто посмелей. Шикарно, очень классно. Как тебе? Класс. Класс. Ну и Марка даже спрашивать не будем, у него всегда класс. Так, сейчас мы должны перейти на другую сторону и где мы в самом начале хотели зайти, попасть туда, на другой берег. Посидеть. Какие-то тут амфитеатры, я так понимаю, даже какие-то выступления организовывают, скорее всего. Сейчас бы блинчиков с кленовым сиропом покушать. Так, это что?
А, это смотри, Соня, забыл, как они называются, держатели для нот. Огромные такие, да. Инсталляция такая. Вот тут даже, оказывается, такие электроавтобусики курсируют маленькие. Мы сейчас через мост идем на другую сторону. Вот где-то там мы пытались зайти, но пошли вот в другую сторону, купили билеты и вот так вот вернулись обратно. Сейчас сюда и там будем гулять. Ну ту часть, да, можем оставить для мамы тогда, вот эту. О, тут можем. Вот тут, я так понимаю, детский рассадник, отдел. О боже мой! Хорошо почувствовалось. Слушай, кажется, да? Слушай, кажется, горка невысокая, у меня живот прикрутило нормально так. Все, мы последний раз с Марком. Поехали? Давай. Да чтоб тебя! Все, Соня пошла на самую верхнюю. А, вон она. Пошли повесим. Соня, мы тебя ждем внизу. Ну как? Вставай сразу. Чтоб тебя сзади. Все, иди вешай пакет на вход. Давай, мы тебя здесь ждем. Классно? Да. Ну все, горки покатали, можно идти уже и в сторону машины. Итак, на этой прекрасной ноте, в этот прекрасный вечер, я заканчиваю это видео. Вам всем спасибо за просмотр. Не забудьте про комментарии, про лайки, про подписку, само собой. Становитесь частью нашей команды. И всем до новых видео. Я знаю, что вам всем очень понравилось. Пока!